Если бы мы не победили, то вы бы и не жили, вы бы и не родились, и у вас бы и не было. У Гитлера были планы. В случае его победы он должен был уничтожить 250 миллионов советских граждан. Мы очень любили свою страну. И дети старшего возраста сразу пошли добровольно на фронт. июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. После ряда тяжелых поражений Красной Армии удалось остановить противника, а затем разбить его в битве под Москвой. Поднимайте же на священную войну. Враг силен, вероломен, коварен. Схватка смертельна. Родина в опасности. Весной 1942 года обе стороны готовились к решающим сражениям, которые по замыслу советского и немецкого командования должны были решить исход войны. И если ставка Верховного Главнокомандования ожидала основного удара немецких войск на московском направлении, то Гитлер думал иначе. Он планировал развернуть наступление на юге СССР, одновременно продвигаясь к линии реки Волги в районе Сталинграда, а также на Кавказ. Наша следующая цель – город Микоян-Шахар. Сейчас Карачаевск. С холма мы наблюдаем за ведущей туда дорогой. Она забита отступающими русскими. Орудия выводятся на позиции. Хиршфельд и Пессингер ведут огонь по отступающему противнику. Операции под кодовым названием «Эдельвейс» предусматривалось обойти главный Кавказский хребет с запада и востока, преодолеть центральную его часть и выйти на Черноморское побережье. Конечной целью операции являлось овладение кавказскими нефтеносными районами и лишение Черноморского флота его военных баз. «Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я буду вынужден закончить войну», заявил Гитлер. В 1941 году я учился в 8 классе Лыхновской средней школы. Перед последним экзаменом, когда мы пришли в школу, наш военрук Тарасов, бывший летчик гражданской войны, Тарасов собрал всех учителей, учеников и говорит: нарушив договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, германские войска перешли границу Советского Союза, и идет война. Самолеты бомбят, люди погибают, дома горят, люди не знают, что делать. Оборона перевалов главного Кавказского хребта была возложена на 46-ю армию Закавказского фронта под командованием генерала Василия Сергацкого. Абхазский участок фронта прикрывал 3-й стрелковый корпус 46-й армии под командованием генерала-полковника Константина Леселидзе. Армия получила задачу не допустить выхода противника к Черному морю. Задача эта была серьезной. Сил для ее решения было явно недостаточно. И вот 42-й год,
экзамены закончили. На второй же день я получаю повестку явиться с вещами в военный комиссариат в Удаудах. Я пришел туда, сопровождали меня там мать, сестры и так далее. Пришел, 8 человек было нас. В это время Тбилисское пехотное училище из Тбилиси, когда Северный Кавказ заняли немцы, вот это пехотное училище, там первый набор завершили они, второй набор перевезли их в Гагры. В Гагры нас повезли и в пехотное училище записались нас. Был начальником училища полковник Шаримов, москвич. Он собрал нас, 4 батальона, собрал нас и говорит, мы должны днем и ночью работать, готовиться к военным действиям. Немцы идут, уже Северный Кавказ почти занят, идут сюда, на Закавказ. Над нами 3000-я Белолакая. Еще ее называют Маттерхорн Кавказа. Появляется все больше 3000- и 4000-ников. Домбай Ульген. Карачай Надль. Суфруджу. И ледовые поля вдали. На перевалах главного Кавказского хребта действовал 49-й горнострелковый корпус генерала Конрада и входившие в него 1-я и 4-я горнострелковые дивизии. В первых числах августа началось продвижение немецких подразделений к перевалам. Еще до начала Великой Отечественной войны многие немецкие альпинисты под видом туристов побывали на Кавказе, в том числе и в Абхазии. На самом деле они занимались разведкой местности и составлением подробных топографических карт. Так, командир 1-й горнострелковой дивизии Эдельвейс генерал Ланц несколько лет путешествовал по Кавказу, подробно изучил его, заводя себе друзей среди местного населения. Некоторых из них он впоследствии использовал в качестве проводников во время битвы за Кавказ. Он изучал русский и некоторые кавказские языки. Ланц и Зальмингер обходят строй. Генерал объявляет весть, радостную для сердец покорителей гор. «Егеря!» — восклицает он. «Нас перебрасывают на Кавказ». Но до Кавказа нам предстоит пройти долгий и трудный путь. Немецкая 1-я горнострелковая дивизия «Эдельвейс» была укомплектована альпинистами, которые отличались выносливостью и отличной подготовкой, были обеспечены специальным высокогорным снаряжением. Дивизия имела богатый боевой опыт, приобретенный в Польше, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Югославии. Офицерский состав был обеспечен точными картами местности всего театра военных действий. Майор Зальмингер, какой егерь его не знал? Генерал Ланц, командир 1-й горнострелковой дивизии, награждает отличившихся в боях солдат. Это были минуты гордости и воодушевления на новые подвиги. В августе 42-го части горно-стрелковой дивизии «Эдельвейс» начали активные боевые действия на перевалах Клухор и Марух. Нагло и самоуверенно, с переменным успехом, немцы продвигались через ущелья и теснины. Провиант для высокогорных баз упаковывается в одеяло. Мулы отнесут его наверх. Неутомимые четвероногие тащат на себе, туда, где уже нет лесов, еще и дрова для опорных пунктов, разбросанных на порядочном расстоянии друг от друга. Туда спешно были брошены 1-й и 3-й батальоны 815-го полка, учебно-стрелковый батальон 394-й стрелковой дивизии, сводный отряд Сухумского военно-пехотного училища и маневренной группы Сухумского погранотряда,
а также взвод саперов 808-го стрелкового полка. Противник превосходил наши войска по численности и по вооружению. Однако уроженцы Абхазии героически защищали родные края. В боях на Клухорском направлении отличились лейтенант Шамиль Дбар, секретарь парторганизации Петр Чанба, инструктор Николай Аргун. Посмертно медалью за отвагу был награжден уроженец села Члоу, командир взвода Андрей Ахуба. Мобилизационную работу с местным населением в верховьях реки Кадор вел сотрудник абхазского обкома Платон Чкадуа. Весной 2012 года инициативной группой молодежи была подготовлена акция, посвященная 70-летию битвы за Кавказ. Ее целью было посещение мест боевой славы на Санчарском перевале и пятидневный историко-краеведческий поход из села Псху в Сухум. Сначала состоялась встреча историков со студентами АГУ. Важно было осознать и прочувствовать, что же происходило в горах Абхазии в 1942-1943 годах и каковы были последствия для общего хода Великой Отечественной войны. 14 августа, вот наша война, грузино-абхазская война началась 14 августа, а в то время тоже не позже, не раньше, именно 14 августа немцы из Эдельвейса подходят, занимают Клухорский перевал и начинают спускаться. 14 августа 1942 года. Многие в Абхазии, особенно абхазцы, а сами добровольно записывались, шли на фронт. В рядах Сухумского и Гудоутского истребительных батальонов, состоявших из местных жителей, доблестно сражались Роман Губас, Муса Авицба, Емельян и Мартин Казаренко, Хизир Псху, Хангрук Хагуш и другие. Большую роль в обороне перевалов сыграло и гражданское население Абхазии. Люди работали на военных предприятиях, обеспечивали войска продовольствием, оказывали содействие в доставке грузов в горы. Были сформированы горно-вьючные транспортные роты. Для воинских частей были выделены надежные проводники из местного населения, хорошо знавшие горы. Среди них Баслат Царгуш, Лит Кварчелия, Чгуат Дженья, Карапет Топчан, Владимир Буковский. Только на Санчарском направлении было задействовано 20 проводников, 8 из которых пали в боях смертью храбрых. От реки Псоу до реки Ингур активизировалось строительство бомбо- и газоубежищ, противотанковых рвов, дзотов, наблюдательных вышек. Летом и осенью 1942 года более 8 тысяч жителей Абхазии ежедневно работало на возведении оборонительных сооружений. В городах и селах республики проводился сбор теплой одежды, продуктов питания и предметов первой необходимости для солдат 46-й армии. Звучит сигнал боевой тревоги. Трудящиеся Абхазии ринутся на защиту Родины. Абхазские пограничники рассказали нам, что в горах выше села Хабью в окрестностях Агнарху были обнаружены останки советского самолета. Мы идем в это труднодоступное место, чтобы убедиться в услышанном. Наша группа отправилась на поиски самолета рано утром. Мы проехали села Ачандара, Хабью.
Дорога взбирается все круче в горы. Места эти давно покинуты людьми, и дороги стали непроезжими. Руль не повернешь. Добраться до места падения самолета можно лишь на машине с высокой проходимостью. Весной и осенью, в сезоны дождей, на дороге происходит сход земли и оползни. Машины буквально увязают в земляных наносах. Половину дороги мы проехали на машине, переезжая вброд встречающиеся на пути реки. И вот, наконец, наш путь лежит в ущелье между двумя горами. Дальше машина не едет. И падение самолета отсюда больше 2 километров. И нам придется уже это расстояние преодолеть пешком. Группа берет резко влево и поднимается на гору, поросшую кустами рододендрона. Приходится карабкаться почти вертикально по склону. Здесь лежит большое поваленное дерево. Около него и был найден мотор самолета У-2. Ну, как-то я слышал, что вот через наши старшие годы, когда-то во время Великой Отечественной войны, в 1942 году здесь был сбит самолет. Кто-то говорил, что это немецкий самолет, кто-то говорил советский. Меня это заинтересовало, и я со своим двоюродным братом приехали, начали искать. Ну, как-то нам приблизительно объяснили, где он может быть находиться. И мы 3 дня его искали, и на 3-й день нашли его, и он лежал вот здесь. Мотор пролежал здесь в горах 70 лет. На него не раз наталкивались пастухи, выгоняющие свои стада на альпийские луга. Молва о самолете передавалась в народе. И вот, наконец, его смогли вытащить из этого труднодоступного места. Какое задание выполнял этот самолет? Кто сидел за его штурвалом? Вез ли он продукты или выполнял боевое задание? Вполне вероятно, что в скором времени мы получим ответы на эти вопросы. И вот мы хотим совершить еще раз, создать поисковую группу, найти обломки самолета, там корпус, шасси самолета. Почему? Потому что корпус этого самолета, мы считаем, находится на другой холме. Самолет, который потерпел крушение в августе 1942 года на склонах этой высоты, принадлежит к типу У-2, учебный второй. Во время Великой Отечественной войны У-2 выполнял самые разнообразные функции. Он перевозил грузы для сражающихся на перевалах бойцов, доставляя им продовольствие, медикаменты. В Советском Союзе было построено около 33 тысяч этих машин, что делает самолет У-2 одним из наиболее массовых в мире. Авиационный двигатель М-11. Технические характеристики. Объем 8,6 литров. Мощность 110 лошадиных сил. Количество цилиндров 5 единиц. Диаметр цилиндров 125 мм. Система охлаждения воздушная. Выпускался с 1929
по 1952 год. Завод 33, К-11А. Это карбюратор его. Вот здесь вот она стояла над этим. Чтобы его доставить сюда, ну, очень это тяжело на самом деле. Был он огромный, большой. Мы его волокли вот больше 2 километров. Там ни вертолет не подойдет, ничего. Только человеческий труд, только человеческая сила. Мы его вот так катили, потом положили на эту машину грузовую, и мы привезли его сюда. Люди должны знать свою историю, скажем, да. Если истории не будет, не будет будущего. Суд заключается в том, что тот летчик, который сидел, этот, мы пока не знаем, просто надо найти, кто он, жив, не жив. Может, какие-нибудь родственники у него остались, кто-то вообще живой есть. То есть человеческая связь, она должна происходить во все времена. И прошлое, и настоящее, и будущее. Вот так. И хотя со времен войны прошло уже 70 лет, многие ачандарцы и сегодня помнят события того времени. До жителей села иногда доносились звуки артиллерийской канонады и винтовочных выстрелов. В этих местах погибло и пропало без вести большое количество солдат. И до сих пор пастухи и охотники не любят оставаться на ночлег в тех местах, где проходила линия фронта. Они утверждают, что заснуть там невозможно из-за шумов и шорохов, отчетливо слышимых в ночной тишине. Великая Отечественная война. Якову Давидовичу Гумба 86 лет. В 41-м ему было всего 14 лет, но он уже был бригадиром в колхозе. Будучи в составе истребительного батальона Гудаутского района, доставлял продукты питания защитникам перевала в Абхазии. Однажды на рассвете группа из 10 человек с навьюченными ослами вышла из села Дурипш и направилась в сторону гор. И мы зашли в тыл к немцам. Ну, там местность, одни камни. И вдруг нас окружили несколько человек в немецкой форме, ну, становились. А этот военный быстро сказал кому-то там слово и тут же ушел. Он отошел где-то за камни, несколько выстрелов сделал, а с нами они остались, смотрят нас, ну, что... Вещмешки, как пастухи, одетые, кто знает, кто мы такие. Не успели с нами разобраться, и тот начал, когда стрелять, и немцы побежали туда, и как раз он специально и делал это, отвлечь от нас, и мы вышли назад, и он как раз спустился, и мы тихо-тихо и ушли в свое направление, продукты оставили. После Великой Отечественной войны Яков Давидович 30 лет служил в советской армии. Однако с войной ему пришлось столкнуться еще раз в 1992-93 годах. В грузино-абхазской войне он был начальником оперативного отдела Гумистинского оборонительного рубежа. Тем временем подготовка акции молодежи под названием «Стезей героев» продолжается. Маршрут похода был разработан и просчитан до мелочей сотрудниками УЧС Абхазии. В 2006 году было создано УЧС – Управление по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Во всех регионах республики находятся его подразделения. В организации работает 200 спасателей. Основными задачами УЧС является предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, введение гражданской обороны, защита населения от пожаров и обеспечение безопасности людей на воде.
Саша, по какому маршруту мы пойдем? Мы пойдем пешеходным маршрутом от села Псху по правому берегу реки Бзыбь, поскольку там дорога нахоженная и удобная для ходьбы. Дойдем до Висячего моста и по Висячему мосту перейдем на левый берег и вдоль левого берега пойдем до подошвы перевала Доу, где у нас начнется подъем на непосредственно сам перевал Доу, где и на хребтах, на склонах и на самом Доу происходили бои во время Второй мировой войны. А почему именно этот путь мы выберем? Ну, это один из тех маршрутов, которые пользуются издревле уже, и там нахоженная тропа и наиболее оптимальная. Собственно, поэтому во время Второй мировой войны старались брать перевал Доу, чтобы контролировать все эти дороги. А перевал — это открывается прямая дорога на Сухуми, и на Сухуми и наиболее ближайшая дорога из этих мест. Поход будет проходить в горной, труднодоступной местности в течение 5 дней. Пополнить продукты будет негде, и поэтому так важно купить правильно подобранные продукты с учетом их веса и калорийности. А макароны мы считаем пачка на четверых, то есть по 125 грамм тогда закладываем. Получается. И, соответственно, крупы – это кружка на двоих. Давай окончательно решим, что будем с собой брать и в каком количестве на все то количество людей, которое идет, и на все дни, чтобы уже точно определиться, что к чему. Значит, то меню, что получилось, оно достаточно разнообразно. То есть, ну, за 5 дней никому не успеет надоесть каждый вечер макароны. У нас получаются сладкие завтраки. Это пшенка, гречка и днем перекусы, чтобы не останавливаться, не готовить. Значит, теперь гречка. Она, по-моему, 800 здесь? Вот по 800 гречка. 9 штук берите. Таких нам на одну готовку 4 штук должно хватить. Упаковка. В общем, 5 килограмм. И еще 2 килограмма я возьму кусковым. Так, специи я купила. Макароны, гречку, рис мы купили. Тушенку, сгущенку мы взяли. Рыбные консервы мы взяли. Сахар, соль, чай, кофе. Расстояние от Сухумского аэропорта до Псху по прямой 65 километров. Мы вылетаем в 10:50, летим над береговой линией, затем через Сухумскую гору и далее уже по прямой на Псху. Время полета до Псху составило 20 минут со средней скоростью 200 км в час. На Псху мы разгружаемся, оставляем вещи для базового лагеря и далее летим на Санчаро. Под нами густой лес и реки, а вскоре начинается и альпийская зона. На Санчарском перевале уже чувствуется разреженность воздуха, и грузоподъемность вертолета резко снижается. Санчарский перевал, высота 2589 метров. Расположен на главном Кавказском хребте. Ведет из Кубанской области в Сухумский район. Села Санчаро и Псху. Соединяет долины рек Санчара и Баул. Спуск с перевала вначале довольно крутой и каменистый.
Далее тропа идет по лугам и склонам. Перевал доступен только в течение 2-3 летних месяцев. С древнейших времен Санчарским перевалом пользовались северокавказские племена. Через перевал перегонялся на пастбище скот, проходили торговые караваны и воины. Через них шли персы, византийцы, турки. Расстояние в горах ощущается совершенно по-другому. Для того, чтобы пройти 1200 метров по узким тропинкам, мы шли 40 минут. Средняя скорость без груза составляла лишь 2 км в час. Идти тяжелее еще и потому, что воздух на высоте 2500 метров ощутимо разрежен. Воевать в таких условиях в снег, перемещаться с оружием было крайне тяжело. Вообще, как бы считаются горные бои самыми сложными, которые бывают. И люди, которые приезжали с низин, с равнин, со степей, они были просто не приспособлены. И то, что они здесь, тем не менее, сдерживали, это героические поступки. Ну, вообще, связь времен, связь поколений, она должна присутствовать однозначно. Молодые поколения не все знают, история искривляется где-то случайно, где-то специально. Поэтому нужно знать свою историю, чтобы дальше двигаться, чтобы понимать, куда идти и как жить, как делать правильно. Всех участников акции поразило обилие памятников павшим в боях на Санчарском направлении. Бои шли буквально за каждую высотку. Мемориалы, которые мы посетили, находятся на расстоянии друг от друга от 500 до 700 метров. Когда стоишь среди вот этой красоты, очень трудно думать о смерти. А она здесь, она рядом. И эту красоту защищали реальные люди. Молодые, здоровые, сильные, которые хотели жить, конечно. И которые понимали, что они защищают свою родину. Перед каждым из нас может быть такой выбор. Дай Бог, чтобы его не было никогда. Но каждый из нас может задуматься и спросить себя, а я готов к этому. Вот для этого проводятся такие акции, чтобы молодые люди подумали об этом, потому что это их сверстники здесь стояли насмерть, это их сверстники защищали родину. Мое поколение, оно выросло на этом, оно выросло на памяти павших, будьте достойны. И мы по-настоящему это ощущали, воспринимали. И грузино-абхазская война показала, что это были не просто слова, это было пропущено через душу, потому что наши мальчики также встали и также защищали родину.
После Санчарского перевала мы летим в село Псху. В это высокогорное село добраться можно на машине через озеро Рица и перевал Пыв. Такой маршрут возможен только в летнее время. Зимой из-за большого снега этот путь недоступен. Однако в течение целого года сюда может летать авиация. В центре села Псху есть небольшой аэродром. Когда отсутствует облачность на перевалах и метеосводка благоприятна, сюда прилетают из Сухума самолеты и вертолеты. Псху, древнейшее абхазское село, насчитывало до 500 дворов. Испокон веков здесь жило воинственное, никому не подвластное племя. В 1864 году, завершая покорение Западного Кавказа, в долину вошли с боями русские войска. Псхинцы бились отчаянно. После поражения оставшиеся в живых местные жители подожгли свои дома, взяли то, что смогли унести, и навсегда покинули долину. В начале 20 века эти места стали заселять беглые крестьяне из России и монахи Афонского монастыря. Сегодня Псху – многонациональное селение. Оно состоит из одной улицы, на которой расположены почта, магазин, школа, администрация села. Первый лагерь мы разбиваем во дворе администрации села Псху. Уже в темноте готовим ужин. Попробуйте не съесть. Очень надеемся, что погода не испортится, потому что идти в дождь будет, конечно, тяжело. Однако ночь все время озаряется молниями. Хотя давно зажили раны войны в селе Псху, о событиях тех лет не дают забыть памятники боевой славы. Многие из тех бойцов, которые встали 70 лет назад здесь, на пути гитлеровцев, никогда в горах вообще не были. Подавляющее большинство из них не имело ни теплой одежды, ни специальной горной подготовки. Ни обмундирования, ни снаряжения. Но у них было то, чего не было у противника, который им противостоял. А именно глубокая вера в правоту своего дела и стремление разбить врага любой ценой. Без преувеличения можно сказать о том, что защитники Абхазии сыграли одну из ключевых ролей в срыве планов немецкого командования и победе советских войск в битве за Кавказ. В селе Псху находится могила бойцов, погибших в боях за Санчарский перевал. Наша группа молодежи решила почистить могилы и почтить память павших. Боевые действия на Санчарском направлении начались 23 августа. Перевалы Адзябш
и Алаштраху не оборонялись советскими войсками, и поэтому немцы их взяли без боев. А Санчарский перевал обороняла одна рота 1-го батальона 808-го полка 394-й стрелковой дивизии. 27 августа немцы заняли Псху, после чего устремились на юг, намереваясь перейти реку Бзыб, захватить перевалы Доу и Гудаутский. Затем они планировали выйти к побережью Черного моря в районе Сухума и Гудауты. Что касается села Псху. Село Псху, как я вам говорил, 28 августа заняли до 9 сентября. Немцы там даже фруктовые деревья были вырублены. Дома, приличные дома были сожжены, школы сожжены. Ничего не оставили они. Людей очень многих туда увели, а многие часть сюда вошли. Но мы там нашли один акт. Немцы взяли в плен наших ребят, не только расстрелили, но голову потревали. Понимаете? 28 августа им удалось захватить Гудаутский перевал. Но на подступах к перевалу Доу они наткнулись на сопротивление истребительного батальона Сухумского района, оказавшего немцам упорное сопротивление. Наступление гитлеровцев было приостановлено. Советское командование выдвинуло на помощь из Гагры в район озера Рица два батальона 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, которые через перевал Анчхо вышли к окрестностям села Псху. Из Гудауты в район Гудаутского перевала перебрасывался истребительный батальон Гудаутского района, 307-й стрелковый полк, 4-й батальон 155-й отдельной стрелковой бригады. На подступах к перевалу завязались тяжелые бои. Из Сухума на перевал Доу выехал командующий группой войск санчарского направления полковник Иван Пияшев. В окрестностях Двуречья он остановил отступавшие с перевала Доу 25-й пограничный полк НКВД и 2-й сводный армейский полк, заставив их вернуться на линию фронта. 29 августа они атаковали немцев у северной подошвы перевала Доу. 2 сентября противник был вынужден уйти с Гудаутского перевала, а к 3 сентября отступить на правый берег реки Бзыб. 6 сентября советские войска снова пошли в бой и 9-го освободили село Псху. В освобождении села Псху активное участие приняли курсанты 1-го Тбилисского военно-пехотного училища, среди которых Александр Тария, Баграт Шамба, Александр Андрейко, Шаиб Дасания. Немцы отошли на перевалы Адзабш, Чмахара, Санчаро, Алаштраху, Цигеркер. Немецкая оборона на перевалах и прилегающих высотах строилась в несколько ярусов. Вперед выдвигались автоматчики и снайпера. Выше устанавливались ручные и станковые пулеметы, а за ними располагались минометы и горные орудия. Ночью позиции освещались ракетами, а днем пути подхода к ним находились под постоянным наблюдением. Между позициями поддерживалась радио и телефонная связь. Это вовсе не тренажер, а наша примитивная рация с ножным приводом, по которой мы сообщаем на командный пункт дивизии о том, что были вынуждены вернуться из-за ухудшения погодных условий. Несмотря на все трудности, советские войска шли вперед. 16 сентября был освобожден перевал Чамашха, а затем перевал Чмахара. В конце октября на перевалах санчарского направления выпал густой снег, поэтому советские войска, оставив прикрытие, отошли в приморские города Абхазии.
В боях на Санчарском направлении отличились летчик-истребитель Виктор Аргун, замкомандира Лев Джинджолия, санитар Дехцаник Сунгуртян, старший лейтенант Алексей Хвичия, военврач Сакания. Ну, я хочу сказать вам, героически, можно сказать, воевали наши ребята. Несмотря на то, что не знаешь, где враг сидит, но они, каждый был готов пожертвовать собой ради победы, ради наших людей. Вот такая была война. Война просто трудно описать, трудно рассказывать. Это нужно видеть только. День пребывания в селе Псху, и вся группа идет вниз к перевалу Доу, где проходила линия фронта. Выходим из села Псху утром. С нами два проводника и лошади. Груза так много, что нагружаем своими вещами лошадей и отправляем их вперед. Только здесь, в горах, понимаешь, как важно наличие тягловой силы. Нам помогают кони, а в 42-м немцы использовали лошадей и ослов, которых отбирали у местного населения. Перед походом проверяем снаряжение, закрепляем вещи. С помощью транспорта местного УЧС нам удалось спустить на несколько километров вниз самые тяжелые рюкзаки. Сами начинаем пеший подъем в гору. Мы готовы к этому. Пусть это случится. Наш путь проходит у горы Серебряная. По словам местных жителей, ее так назвали потому, что после дождей склоны горы отливают серебром. Конечная цель нашего пути на сегодня – северная подошва перевала Доу. Одной немецкой разведгруппе удалось обойти советские позиции, преодолеть Бзыбский хребет и выйти в район Двуречья. Затем эта группа наткнулась на местную девочку-подростка. Немцы расспросили ее о численности и местонахождении советских войск, наличии на Двуречье лошадей и продуктов. Отпущенная немцами девочка рассказала о встрече с незваными гостями и советским солдатом. Вскоре горные стрелки были обнаружены, окружены и уничтожены. Справа растет самшитовый лес. Особую сказочность ему придает облепивший стволы мох. Такой мох, как правило, растет в экологически чистых местах. Чем выше мы поднимаемся в гору, тем меньше рек и родников встречается на нашем пути. Мы останавливаемся у каждого родника, пьем воду и запасаемся впрок. Вода кристально чиста, прозрачна и очень вкусна. Даже в середине лета река Бзыб полноводна и для перехода небезопасна. Чтобы не переходить ее, мы идем вдоль русла. На нашем пути возник висячий мост. Он сооружен из крепких стальных канатов. Мост находится на высоте 7 метров от воды. Однако бурные разливы реки Бзыб за много лет основательно потрепали его конструкцию.
Мосты в горах – это важный коммуникационный элемент. Отлично это понимали и немцы в 42-м. Ведь недаром в немецких горно-стрелковых войсках находились профессиональные мастера по сооружению висячих мостов. Сложная работа на головокружительной высоте. Чтобы выполнить все как полагается, требуется долгая и серьезная подготовка. Перевал Доу, 1390 метров над уровнем моря. На перевале археологами было обнаружено несколько обработанных кремней, датируемых 5000-летием до нашей эры. Через Доу с давних времен осуществлялись торговые связи жителей Северного Кавказа с древней Диаскурией. В Диаскурию купцами доставлялись рабы, мед и шкуры. Из Абхазии они увозили ткани, соль, оружие, посуду. На оживленном торговом пути возникали селения, такие как Псху. После полудня наш отряд проходит солнечную поляну, заросшую травой. Растущие по пояс лекарственные травы поражают разнообразием. Ачхардат, скаламинта, валерьяна, мята перечная. По всей линии фронта находим ржавые гильзы, осколки мин и снарядов, обломки касок. Здесь, на северном склоне перевала Доу, в августе 1942 года, комсомольские роты Сухумского пехотного училища, бывшего Тбилисского, под командованием капитана Соленова, нанесли первое в Закавказье поражение фашистам. Отбили попытку частей альпийской дивизии «Эдельвейс» прорваться к Сухуму. Наконец, тропинка выводит нас к ущелью. Здесь Бзыб течет среди гигантских валунов. Камни высотой с трехэтажный дом поражают воображение. Они почему-то ассоциируются с воинственными нартами, ведь именно из одного такого камня и возник образ героя нарта Сасрыкла. Течение здесь очень сильное, с водоворотами и воронками. Наш проводник рассказал, что в этом месте уровень реки в период таяния ледников или сильных дождей поднимается до 10 метров. Животные и человек, попавшие в воду, не имеют никаких шансов спастись. Мы разбиваем наш второй лагерь у северной подошвы перевала Доу. Утро началось с завтрака и сбора вещей. Местные проводники наловили речную форель. Мы зажарили ее древним охотничьим способом. Затем обсудили предстоящий маршрут. Вот она может быть довольно бурная. И вот здесь должна быть Гунурхва. Вот она, урочище. Ну, здесь проходила линия фронта практически во время Второй мировой войны. И подразделения Советской армии, Красной армии и фашистские войска активно занимались рекогносцировкой местности. И я так думаю, что
основная проблема была именно в том, что лес – это очень удобное укрытие, и можно находиться буквально в нескольких метрах от противника и быть незамеченным. После того, как в январе 1943 года началось советское контрнаступление под Моздоком и Нальчиком, немецкие горные стрелки вынуждены были оставить удерживаемые ими перевалы Кавказа и отступить на север, чтобы избежать угрозы окружения. Соответствующим образом отпала необходимость держать на Санчарском направлении и те части прикрытия советские, которые контролировали этот район. В 20-х числах января пришел приказ из штаба 46-й армии тем частям, которые были расквартированы в селе Псху и окрестности, забрать с собой все тяжелое вооружение. Это горные орудия, это минометы, это боеприпасы к ним. И совершить форсированный марш вот этой дорогой, которой мы сейчас продвигаемся, в город Сухум. Все время пути нас и лошадей донимала мелкая мошкара, слепни и комары. Комары кусают. Но все это ничего по сравнению с гнусом, который проходит через одежду и любые защитные сетки. Ранки от их укусов зудят и долго не заживают. Даже современная химия оказалась бессильной перед этим зверем. Здесь есть такие мухи, кусаются. У человека тоже собаются кусаются. Слепни, но они нас уже все перекусали. Наши перегруженные лошади устали и не хотят подниматься в горы. Однако мы уже начинаем подъем на перевал Доу. Дорога берет все круче, высота подъема доходит до 30 градусов и выше. Для организма это серьезная нагрузка, потому идем медленно с остановками. Ровные палочки становятся, не знаю, видно или нет, кривыми. Подстраиваются, наверное, под позвоночник. Конечно, без лошадей этот путь был бы слишком тяжел. Наша группа идет по заповедным местам, нетронутым цивилизацией. На пути попадаются следы диких животных, особенно около родников. Медяночка. Маленькая змейка, которая не кусается. Откидывает хвост, так же, как и ящерица, поэтому за хвост ее трогать нельзя. Наконец мы добрались до вершины Доу. На перевале обнаруживаем памятник защитникам Кавказа и отдаем им дань памяти. После недолгого привала начинаем спуск в сторону южного склона перевала Доу. На всем протяжении пути постоянно меняется ландшафт. Декорации величественных гор чередуются прохладными ущельями и солнечными полянами. На фоне всей этой красоты и разыгралась та трагедия 70-летней давности. И как бы пафосно это ни звучало, но именно в этих горах на алтарь общей победы Абхазия положила не одну тысячу воинов. И потому ничто не забыто, никто не забыт. Последнюю ночь мы проводим в заброшенном хуторе у южной подошвы перевала Доу. Здесь уже несколько лет не живут люди, и только проходящие через перевал псхинцы и туристы ночуют в покинутых домах. Если честно, здесь немного жутковато.
Кажется, что время остановило свой ход. Мы снова собираемся в путь и идем уже в сторону Двуречья. Вот этим удобно подвесить? Там есть? Намеченный путь пройден. Много впечатлений накопилось за эти дни. Когда мы увидели эти памятники, я стала представлять, насколько тяжело было воевать этим солдатам. Тем более, как мы знаем, они не имели нужной экипировки и, в принципе, подготовленности. Тем более, вот в нашем походе много людей были первый раз. Насколько им было тяжело, имея, допустим, полное обмундирование. Я испытываю гордость за наших героев Великой Отечественной войны, которые могли в таких трудных, естественно, географических условиях находить важные стратегические места и отражать натиск противника. Я не знала, что такое количество людей сражалось за Кавказ. Я не знала, что столько людей погибло, и что это очень серьезно. Молодежь многое не осознает этого. Мы ходим по этой земле, мы любуемся красотами, но мы не понимаем, сколько всего было сделано для того, чтобы мы могли спокойно жить. На Сухумской набережной стоит памятник воинам-освободителям. Именно здесь были захоронены участники битвы на перевалах Абхазии. Каждый год 9 мая сюда приходят их благодарные потомки и чтут память погибших. Это в их честь звучат стихи и песни военных лет. Накрывают праздничный стол. За тех, кто выжил в Сухумскую войну, спасибо, дорогие ветераны, за вашу 45-ю победную весну. С праздником! Днем Победы! 67 лет назад великую победу одержал великий советский народ. Тогда его не делили на национальности, не делили на республики, не делили на области. И только так, только вместе можно было одержать такую великую победу. Вы спасли нашу бывшую общую страну под названием СССР и мир от фашизма. Вы не жалели себя и не щадили врага. Слава вам! И вечная слава тех, кто не пришел с полей сражений. Долгих вам лет жизни. Мы вас очень любим, мы вас очень ценим, и мы вами очень дорожим. С праздником Победы! Спасибо. 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 На фронтах Великой Отечественной войны воевало 55 тысяч жителей Абхазии, и среди них 900 женщин. Погибло 17 430 человек. 22 уроженца Абхазии стали героями Советского Союза. Подвиг народа Абхазии, проявленный в ходе битвы за Кавказ, получил высокую оценку руководства СССР. Многие солдаты и офицеры Красной Армии, военно-морского флота, войск НКВД, а также гражданские лица, принимавшие непосредственное участие в обороне, были награждены орденами и медалями СССР. Так, медалью за оборону Кавказа в Абхазии было удостоено 8776 человек.
медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 32 тысячи человек. Воинская и трудовая доблесть защитников Отечества, проявленная на фронте и в тылу, всегда будет служить примером мужества, героизма и верности родной земле.